Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий». Працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Мітинг, сайт пошуку зниклих безвісти та масштабний проєкт «Стіна надії». У Дніпрі відзначатимуть річницю створення добровольчих батальйонів територіального захисту. Сьогодні про все це будемо говорити разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» заступниця голови громадської організації «Об'єднання рідних зниклих безвісти «Надія» Вікторія Солодухіна. Пані Вікторія, вас вітаю в нашому прес-центрі. Пропоную розпочати по черзі. У цю п'ятницю відбудеться мітинг. Розкажіть про його мету, хто вийде на вулиці, коли та для чого. Доброго дня. Я дуже вдячна за запрошення, тому що наша акція – це наша боль. Весна, годовщина створення батальйонів Дніпра. Это огромное количество батальонов, то есть это и Днепр, Днепр-1 нынешний, это Кривбас, это Донбасс. У нас формировались части правого сектора, у нас формировались батальоны территориальной обороны. И фактически это ребята, которые встали и защитили Днепр. Знаете, я иногда в страшном сне вижу ДАП, Днепропетровский аэропорт. И руины Днепра вокруг него. И если честно, то я просыпаюсь от этого. И я искренне признательна людям, которые помешали этому произойти у нас в Днепре. И, собственно, об этом мы и хотим поговорить, потому что у нас Днепропетровская область пострадала, наверное, больше всех в Украине. У нас самое большое по Украине количество погибших, и, к сожалению, мы лидируем и в количестве семей, пропавших без вести. У нас 39 семей в Днепропетровской области, людей, которые ушли на защиту Украины и не вернулись, и судьба их неизвестна. И вот их родственники, семьи, близкие собираются 16 апреля на Аллее Героев в 3 часа дня для того, чтобы напомнить о том, что у нас есть люди, чья судьба неизвестна, о том, что есть их семьи, которым необходима помощь и поддержка и власти, и общества. К сожалению, кроме войны у нас есть еще один враг, и этот враг – это пандемия. И пандемия, она парализует общество, оно мешает действовать. Она окутывает каким-то, вот знаете, коконом страха. И бездействие, оно угнетает, оно убивает, оно вгоняет членов семей пропавших без вести в депрессию. И мы понимаем, что подобную акцию хорошо было бы провести в Киеве. Но Киев сейчас находится в красной зоне. А члены семей, они практически все находятся в зоне риска, потому что это, знаете, как кажут, летние женки, женки 50+. И тому есть такая штука социальная обязанность, и мы боимся рисковать здоровьем наших членов наших семей. Поэтому мы решили собраться в Днепре на открытом месте, на Аллее Героев, и все-таки провести акцию, которая напомнит всем о том, что существуют семьи пропавших без вести. Есть люди, о судьбе которых до сих пор ничего не известно. И я хочу попросить наших горожан, жителей Днепра, подставить плечо, поддержать семьи пропавших без вести в их беде. Поверьте, они очень чувствительные и, как никто, требуют защиты и понимания, и поддержки. Им очень важно понимать, что они не один на один со своей бедой. Поэтому, если вы можете, если вы не боитесь пандемии, пожалуйста, в пятницу, 16 апреля, в 15:00, Аллея Героев Днепра, это рядом с проспектом Поля-1. Рядом с нашим зданием обладминистрации есть такой замечательный лозунг: «Не вагайся, співчувай».
Дякую вам за вашу відповідь. Хочу також зазначити, ми анонсували про сайт пошуку зниклих безвісти, який був створений вашою організацією. Розкажіть, будь ласка, як він працює, чому взагалі виникла необхідність у його створенні, чи вже є якісь результати? Реєстр пропавших безвісти – це наша боль. Реєстр пропавших безвісти – це обов'язок держави. Создать единый реестр пропавших без вести Украины. И тем не менее, седьмой год подобного реестра не существует. И надежды на то, что он вскоре будет создан, к сожалению, мы не обольщаемся, их нет. И потому мы решили, что спасение утопающих – это во многом дело рук самих утопающих. И мы пробуем создать свой собственный реестр. Единый реестр пропавших без вести. Скажу больше, это не совсем обычный реестр. Ведь есть очень много сайтов поиска. Есть поиск, например, черного тюльпана. Есть еще сайты, на которых висят сообщения о пропавших людях. Но наш сайт – это сайт семей пропавших без вести. И наш реестр – это наша книга надежды. То есть в нем размещены те люди, на возвращение которых надеются их близкие, родные, тех, кого мы ждем. И это главный и основной параметр того, что человек имеет право быть размещенным на нашем сайте. У нас есть среди людей ребят, которые как пропавшие без вести находятся на нашем сайте, это ребята, у которых, родители которых получили 99-99 совпадение по экспертизе с каким-то из тел. Но, тем не менее, семьи не согласны, они не готовы признать это тело своим близким. Вы знаете, очень часто у них есть на этом весьма практичные, весьма весомые причины. И потому мы не знаем, насколько попадут люди, у которых есть 99-99, в единый реестр государства. Мы будем за это бороться, мы будем требовать, чтобы те люди, на возвращение которых есть основания, все были внесены в реестр. И тем не менее, наш реестр, он, знаете, неожиданно он оказался очень востребован. Я была этим очень удивлена, потому что фактически наш сайт работает только 2 недели. До этого он был в бета-режиме, тестировался. И за 2 недели к нам обратилось 4 человека. Вот вчера обратился 5-й человек. То есть 2 из них – это с оккупированной территории Луганской области. Люди позвонили и говорят, мы живем на оккупированной территории, скажите, мы можем быть на вашем сайте? Да, конечно, можете. Мы уже разместили их данные на страницах своего сайта. Есть семьи, позвонили нам люди, семья позвонила, у них достоверно известно, что их близкий, их сын и муж находятся в плену. Но противоположная сторона, к сожалению, не признает, что он у них находится. И таким образом он не попадает под обмены, его не могут освободить. И позвонила мама, а потом позвонила жена, и они говорят, вы знаете, мы ждем, и мы хотим, чтобы он знал, что мы ждем. Поэтому, если можно, поместите и его на ваш сайт. И да, мы считаем, что все, кого ждут, все на возвращение, кого надеются, он имеет право быть на нашем сайте. И мы рассчитываем на то, что ребята, которые пропали, о судьбе которых ничего не известно, вдруг до них дойдет новость о том, что они есть, они не пропали. Они есть, их ждут, они есть в книге надежды. Дякую вам за відповідь. До речі, ви зазначили з приводу офіційного реєстру, як я розумію, його досі не існує, хоча у 2018 році був ухвалений закон про статус зниклих безвісти. Це взагалі дало якийсь поштовх до змін, змінило взагалі щось у справі пошуку таких людей?
Ну, знаєте, на жаль, в нашій країні змінюється те, що ми змінюємо. І це наша давність. Дійсно, в 18-му році, в августі місяці 18-го року, був прийнятий закон о статусі пропавших без вісті. І согласно этому закону, уже в ноябре 2018 года должна была быть создана комиссия по делам пропавших без вести, которая, собственно, должна была далее создавать этот реестр. Так вот, комиссия была назначена приказом, это комиссия при кабинете министров, и эта комиссия была назначена приказом только в мае 2019 года. Соответственно, выборы, соответственно, всем до этого нет дела, и про эту комиссию просто забыли. То есть она назначена в 2019 году, так ни разу и не собиралась. В 2020 году в июле комиссия уже была назначена снова, по новой. Но собрать ее до кучи удалось только 8 октября 2020 года. И я очень сильно подозреваю, если вы помните, у нас проходила общеукраинская акция, самая большая подобная акция в Украине еще не было, это была акция «Нагадай про кожного». Прошла она 10 октября 2020 года. Прошла она в 12 городах Украины, в том числе и в Днепропетровске. Большая, огромная хода была в Киеве. И вот, насколько я понимаю, что самая до цієї акции была приурочено створення этой комиссии. То есть комиссия собралась 8 декабря. 8 декабря она собралась, но, к сожалению, она просто собралась, люди посмотрели друг на друга и разошлись. Для обычной нормальной работы любой комиссии, вообще любого органа, необходимо избрать главу, необходимо создать секретариат, который будет вести бумажную работу, собственно, и заниматься созданием всего и вся, и совершенно необходим статут. Устав комиссии, то есть те правила, по которым она будет действовать, и бюджет, то есть материальное обеспечение работы комиссии. На данный момент, вот 18 декабря, глава все-таки был избран. То есть в октябре комиссия собралась, но избрать главу она смогла только 18 декабря. Так вот этот глава, избранный 18 декабря, он до сих пор не назначен. То есть официального призначения досі не отримано. И, соответственно, нету секретариата, нету статута. То есть эта комиссия, благополучно запущенная в октябре перед самой акцией «Нагадай про кожного», продолжает благополучно не функционировать. Речь о том, что будет создаваться какой-то реестр, пока не идет. И это при том, что глава комиссии Владимир Максимченко, человек, который занимался пропавшими без вести в Министерстве обороны с самого начала войны. И поверьте, он находится, он не прячется, он находится на прямом контакте с членами семей. Но он, к сожалению, бессилен. Без назначения, я вам больше скажу, он даже пользуется поддержкой Офиса президента и президента, который издал указ вот не так давно о прицеленні уваги до зниклих без вести, до полонених, до захисту їх прав. То есть, понимаете, вроде бы все за, но при этом ничего не происходит. К сожалению, на данный момент ситуация такова. То ли саботирует Кабмин, но я просто, знаете, ситуация такова. Когда человек ничего не делает, когда он не знает, что делать, когда нет простого пути решения вопроса, вот в этот момент люди начинают буксовать. Я могу сказать по себе, если я не знаю, что делать, я найду миллион причин для того, чтобы отложить. И, собственно, в таком состоянии сейчас находится вопрос пропавших без вести. Но я хочу сказать следующее. Господа, вопрос сложный. Мы не заблуждаемся на этот счет. К сожалению, он не имеет простого решения, но любого, даже самого крупного слона, возможно, съесть частями. То есть есть простые шаги, которые сделать можно уже сейчас, и которые, в конце концов, облегчают эту задачу и приводят к ее решению. То есть есть несколько проблем этой комиссии. Ну, первое – это то, что она просто не работает, потому что Кабмин до сих пор не назначил ее руководителя.
Вторая очень тяжелая вещь – это наследие 7 лет, потому что у этой комиссии уже нет доверия. И мы предлагаем очень простой путь решения этой проблемы. Мы предлагаем включить в состав комиссии представителей семей пропавших без вести. Мало того, мы предлагаем, кроме этого, создать еще громадскую раду при этой комиссии, куда также войдут члены семей пропавших без вести. И на это нам некоторые говорят, а не слишком ли много семей пропавших без вести? Вы меня извините, при уровне доверия, которым сейчас на данный момент пользуется эта комиссия, что бы она ни сделала, даже если они будут реально эффективно работать, то они не получат поддержки, они будут подвергаться нападкам и осуждению с разных сторон. Потому что оправдать ожидания, которые накопились за последние 7 лет у семей пропавших без вести, близких и участвующих в этом, просто невозможно. И поэтому единственный выход, который мы видим для того, чтобы сделать эту комиссию легитимной, это включить в ее состав членов семей пропавших без вести, сделать громадскую раду, сделать так, чтобы семьи не говорили, эти уроды ничего не делают, чтобы они говорили, у нас не получается. И в этом случае комиссия получит возможность работать, просто возможность работать и что-то решать, потому что иначе это будет самый обычный государственный орган, знаете, мертворожденный, которому не будут доверять, которые будут говорить, что это наш, ну, они вот это все делают специально, они специально ничего не делают и так далее и тому подобное. То есть, если мы хотим работать, эффективный орган, который сможет работать эффективно и приносить пользу и решить судьбу пропавших без вести, то, откровенно говоря, другого пути, кроме включения в эту работу самих семей пропавших без вести, я не вижу. И я вам скажу больше, например, Международный комитет Красного Креста искренне поддерживает нас в этом. Они писали свою резолюцию, и именно одна из их идей – это включение семей пропавших без вести в состав комиссии. Дякую за відповідь. Також не можемо минути тему. Ви поділилися зі мною, що планується масштабний проєкт «Стіна надії», і він навіть вже почав реалізовуватися. Розкажіть, будь ласка, що це за проєкт? Это наша большая гордость. Идея появилась 1,5 года назад. Знаете, есть стена памяти, на которой имена ребят, которые погибли за Украину. Те ребята, которые погибли, они находятся на этой стене. Есть ветераны. То есть это те ребята, которые вернулись с войны и которые находятся дома в семьях. А где же в этом случае пропавшие без вести? Их нет. Их нет на стене памяти, их нет дома. И они реально в пространстве, в информационном пространстве, в социальном пространстве, они реально провалились в неизвестность. И мы считаем, что это неправильно. Вот вы знаете, какой самый большой страх у члена семьи пропавшего без вести? Это они боятся умереть и не дождаться своих близких. И не потому, что они их не увидят, а потому, что они прекрасно понимают, что при нынешнем состоянии дел их смерть, значит, смерть их близких. Они понимают, что дальше его имя, оно канет в небытие, его не будут искать. Его с облегчением вычеркнут из любых списков. Списков на обмен, списков на поиск, списков на жизнь. И поэтому каждая мать, она вот живет с этим страхом. И мы очень надеемся на то, что наша стена надежды, это, знаете, это как продолжение нашей книги надежды. То есть вот в нашей книге надежды ребята, которых ждут. И мы надеемся на то, что эти ребята, они будут на стене надежды. И это дает, ну, определенную гарантию тому, что если с матерью, с отцом, с членом семей, если просто что-то случается, какая-то беда, какое-то несчастье, то их сын, муж и брат – он не исчезнет, он не канет в небытие, он останется на этой стене. А мы гарантируем, что мы будем требовать искать и включение в реестр, и поиска каждого из ребят, который будет на... и возвращение каждого из ребят, который будет на этой стене. При этом я хочу заметить, что мы не оптимисты, знаете, не безумные оптимисты. Мы не требуем от власти, чтобы они оживили тех, кто, к сожалению, мертв. Мы прекрасно понимаем, что часть ребят, которые погибшие, пропавшие без вести, их нет в живых.
Но даже в этом случае семья имеет право на правду. Семья имеет право знать, что случилось с их сыном, мужем или братом. И это должна быть правда, а не то, что нам готовы рассказать просто для того, чтобы мы не поднимали волну и для того, чтобы закрыть историю. Знаете, у нас есть, в нашей организации есть мама двух пропавших добровольцев. Двое братьев айдаровцев, они пропали без вести в одном бою. И она говорит, что я готова похоронить каждого из своих сыновей, но я должна знать, что это мои сыновья. Потому что если это не мой сын, то у него тоже есть мать. И она тоже его ждет, и она тоже хочет плакать над могилой своего сына, а не неизвестного солдата. И мы считаем, что право на правду есть у каждой семьи пропавшего без вести. Если парень погиб, если это не просто умер какой-то человек, это погиб защитник Украины, и он имеет право быть похороненным с почетом и покоиться в славе, быть оплаканным своей семьей, своими близкими. Пані Вікторія, я вдячна вам за сьогоднішню нашу прес-конференцію. Говорили про те, як у Дніпрі відзначатимуть річницю створення добровольчих батальйонів територіального захисту, про сайт пошуку зниклих безвісти та масштабний проєкт «Стіна надії». Розповідала нам про все це заступниця голови громадської організації «Об'єднання рідних зниклих безвісти Надія» Вікторія Солодухіна. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте. Редактор